Якутянки победили на конкурсе эссе в Санкт-Петербурге. Там с 5 по 7 апреля прошел Всероссийский форум династии педагогов-словесников, чтобы не распалась связь времен. Мероприятие направлено на формирование духовного диалога между поколениями и на повышение статуса учителя русского языка и литературы. В рамках проекта состоялся конкурс педагогических эссе, заочный этап которого проходил с ноября 2016 года по февраль 2017. Лучшие работы пригласили в Петербург на участие в очном этапе конкурса. Среди лучших оказались более 50 человек из 30 регионов России. Одним из победителей престижного конкурса стала династия учителей-словесников из Якутска. Мы сначала написали эссе. Эссе мы назвали «Умей чаровать и творить». Но потом благополучно забыли о своем эссе, пока нам не позвонили из Санкт-Петербурга и не сказали, что мы победители этого конкурса. У нас прошли мастер-классы и дискуссионные площадки. Такая идея мне очень понравилась. Можно было бы и в Якутии, вот в Якутске провести, сделать такой проект, создать, да, чтобы Якутия знала своих учителей, да.